Итак, всех приветствую. Вы, как всегда, на канале Седой Инвестор. И сегодня будем разбирать альткоины, которые вы оставляли в моем телеграм-канале. Вчера была первая часть, а сегодня получается вторая. К сожалению, все активы из списка я не смогу разобрать. Но те, которые набрали большее количество лайков, конечно же, рассмотрим. В общем, не затягиваем и переходим прямо к техническому анализу. Первый токен у нас SHIB. Это у нас актив из мем-разряда. Изначально никакого фундамента у него не было. Чуть позже был создан обменник, а также следом был запущен проект Shibarium. По сути, это сделано лишь для того, чтобы пропиарить сам токен. Как всегда, будем использовать объемные блоки. Это мой любимый индикатор. Меня интересует вся история. Чуть ранее я говорил то, что по Shiba очень хорошая техника. Ну, точнее, у нее есть перспективы, в отличие от других мем-криптовалют. В принципе, ничего не изменилось с того времени, но повторю еще раз. У нас есть зона самого крупного накопления. Буду отмечать все уровни стрелками, потому что произносить цену актива просто нереально. Вот она, красная линия, это зона самого крупного накопления. В данный момент она играет роль зоны поддержки. Отсюда следует вывод. Есть большие шансы, то, что именно от этой зоны произойдет отскок, соответственно, наверх. Но в случае пролива у нас тут есть один моментик, который произошел 10 июня 2023 года. Был пробой зоны поддержки, ну и, собственно, цену откупили мгновенно. В общем, как были массовые продажи, так и, в принципе, были массовые покупки. Кстати, здесь есть отличный пример, с помощью которого можно посмотреть, как работают уровни, ну а именно объемный анализ. Цена актива почти достигла последней зоны поддержки и следом выросла примерно на 121%. Кто заработал, поздравляю. В принципе, я ранее рассказывал о том, что среди всех мем криптовалют Shiba Inu, наверное, единственный, кто может показать неплохой рост. Ну, в принципе, в средний срок оно так и получилось. Но опять же, это мем крипта, и 120% по ней заработать, но это не такие уж большие проценты на самом деле, чтобы рисковать своим депозитом, вкладывая в криптовалюту из такого разряда. По большей части, это информация для тех, кто активно накапливает высокорисковые активы. В общем, что касается среднесрочных потенциальных целей. В случае роста, первая стенка у нас, конечно же, через 18%. По сути, это вообще ни о чем. В случае пробоя данного уровня, вторая стенка у нас уже стоит через 67%. Здесь уже профит приятен. Я рассказывал ранее, но для новичков повторю еще раз. Самый минимум, который я рекомендую фиксировать, это именно 60%. Активы, которые дают меньший профит, но просто продолжаю накапливать. Это моя личная стратегия, я так работаю и предоставляю рекомендации в закрытом чате именно по минимальному заработку от 60%. Итак, у нас еще риски есть. В случае коррекции получается ближайшая стенка у нас, а точнее зона поддержки, через 5%. На самом деле не так страшно. А вот в случае пролива он может продолжиться на минус 30%. По сути, если вы закупаете Shiba Inu и считаете то, что данный актив однозначно заслуживает вашего внимания для того, чтобы находиться в вашем портфеле, сегодня неплохая точка входа для усреднения позиций, но также поставьте ведро на последнюю зону поддержки, но можете чуть выше. Такие мысли по Shiba Inu, идем дальше. И да, кстати, что касается моего закрытого чата в Telegram, последний, точнее свежий профит был по токену OGN. Рост составил до 200% последних рекомендаций. Мой личный профит составил около 170%. В общем, по токену OGN риски были минимальные, а вот перспективный заработок, как оказался, довольно приятный. Кстати, что касается моего закрытого чата, сейчас действует акция, а именно 50% скидка на все виды подписок, получив доступ к которому, ты будешь на постоянной основе получать списки самых перспективных альткоинов на постоянной основе. Ну и, конечно же, я выбираю лучшие точки входа, на мой личный взгляд. Плюс там есть обучающий материал и также там имеется открытый чат. Ты там можешь задавать абсолютно любые интересующие тебя вопросы и получать на них ответы от меня лично, либо от других подписчиков. Переходи в описание ролика, информацию ты там всю найдешь, но самое главное, переходи только через официальные ссылки. Они находятся либо в описании моих роликов, а также в шапке моего канала, но также в первом закрепленном мной комментарии под роликом, больше нигде. Сейчас мошенников в телеграм-канале очень много, пытаются копировать мой никнейм в телеге и кидать народ. Но если вы будете действовать по моей инструкции, то свои деньги вы не потеряете. И, кстати, да, у меня есть свой личный способ верификации. Вы просто задаете мне вопрос, а я с помощью видеокружка в Telegram отвечаю вам. Голос вы знаете, и лицо, соответственно, тоже. Данная акция действует до 12 октября, поэтому у тебя есть время для того, чтобы подключиться по низким ценам.
Так, следующий актив у нас Dogecoin. Просили разобрать. Но вот, собственно, и получаете технический анализ. Ситуация здесь намного хуже, чем у того же Shiba Inu. Объясню почему. Во-первых, зона самого крупного накопления. Вот эта красная линия, отмечаю ее синей стрелкой, находится выше сегодняшней цены актива. Это означает следующее. В случае роста Dogecoin есть большие шансы на отскок в обратную сторону от зоны сопротивления. То есть продолжение коррекции. Это что касается глобальной ситуации. Но так как у нас тут есть очень длинное накопление, более 1 года, 14 июня 2022 года, есть смысл рассмотреть локальную ситуацию. Ну, в принципе, здесь все то же самое. У нас есть две зоны сопротивления. Одна глобальная на 7 центов, а также локальная, в принципе, на том же уровне. Поэтому в данный момент я бы не рекомендовал вам начинать накапливать данный актив, так как цели сверхвысокорисковые. Ну и с другой стороны, 18 декабря 2022 года был очень хороший памп в размере 180% примерно сегодняшних цен. Поэтому тут, так сказать, 50 на 50. Но что касается этого пампа, здесь есть объяснение, а именно закрытие вот этого гэпа, который образовался у нас в мае 2022 года. Сейчас у нас, к сожалению, нету такой ситуации, точнее параметров. Поэтому я считаю, присмотритесь к другим альткоинам, на сегодняшний день их довольно много. Так, далее по списку Solanka. Все вы прекрасно знаете, точнее старички моего канала, то, что я данный актив пока что не закупаю, да и в принципе желания зарабатывать на нем нету. Просадки просто дикие у него. Многие успели на нем заработать в 2021 году. У меня получилось выхватить в тот момент около 1000%, но это было давно. И на самом деле это не такие же большие проценты. Допустим, по токену Wing, Anfi, ZIL мы зарабатывали около 2-2,5 тысяч процентов. Вот это я понимаю профит. Но ничего страшного, начнется бычка, и активы будут также стрелять на дикие проценты. Пока что нам остается зарабатывать в средний срок по альтам. В общем, что касается Solanka, цена на момент записи ролика составляет $23.57. При недельном закреплении над уровнем поддержки $22.61 есть большие шансы, то, что она пойдет дальше вверх на поглощение следующих объемов. Но смотря график, непонятно, что ожидать от него. Его могут сегодня-завтра пролить на 80-100%, допустим, как это было в ноябре 2022 года. Дам был просто дикий на 78-80%. Он был связан с отключением сети блокчейна, и это, так сказать, неприятно. В общем, Solana, ну, на мой личный взгляд, является сверхвысокорисковым активом. Что касается ваших целей, ну, здесь, я думаю, вы разберетесь без меня. Я лишь высказываю свое мнение, то, что я данный актив не закупаю и, в принципе, не рассматриваю. Поэтому, если вам нужен полный технический анализ по Solana, я рекомендую обратить внимание на других блогеров, которые более подробно обозревают данный проект. И давайте разберем сегодня еще Link. Много лайков собрал данный актив. Цена на момент записи ролика составляет $7.65. У нас есть очень много зон поддержек. Сейчас все отмечу. Лично мое мнение, данный актив в долгую покажет очень хороший рост. Какие-то среднесрочные цели здесь лучше не рассматривать, потому что техническая часть именно объемного анализа, она максимально неудобная. Это можно проверить по объемным блокам. У нас есть первая пропасть, а далее вторая. Плюс чуть ниже третья. Это означает следующее. Очень часто бывает, когда цена актива заходит в данные пустоты, он остается там на долгое время для накопления самого объема. Если никакого пиара по этому проекту не будет, то и никаких сильных импульсов для пробития следующей зоны сопротивления, соответственно, их просто не будет. В принципе, вы сейчас наблюдаете примерно такую же ситуацию, о чем я сейчас рассказал. Вот он, зажатый канал, диапазон цен от $6.95 до $4.78. Этот объем пару месяцев назад был намного меньше, чем сейчас. Примерно вот такой он был. В данный момент он увеличивается. Это говорит о следующем. То, что в ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию до следующей зоны поддержки $4.78. Я считаю, то, что выход с накопления по линку будет, когда эта пустота полностью заполнится, для того, чтобы были силы пробития зоны сопротивления. $6.95. Накопление уже большое, почти 2 года. И обычно после такой консолидации выход с накопления очень сильный. Ну и к тому же у нас есть незакрытые гэпы.
Вот, допустим, который образовался в мае 2022 года. Это у нас уровень $18. И в случае роста сегодняшней цены это будет составлять 131% профита. Такие мысли по линку. Если вы с чем-то не согласны и у вас есть личное мнение по данному активу, оставляйте комментарии. А также, если вы нашли какие-то паттерны фигуры, также обязательно оставляйте свои мысли в комментариях. Что касается закрытого чата, всю информацию опять же найдете в описании ролика. А также подключайтесь в мой бесплатный телеграм-канал. Там также есть открытый чат. Ждите следующий выпуск, он будет уже завтра.